Ладейное окончание. Несмотря на то, что эндшпили с одной ладьей и пешками с каждой стороны встречаются часто, немногие шахматисты владеют ими в совершенстве. Они бывают иногда очень трудны и при внешней простоте чрезвычайно замысловаты. Рассмотрим пример из партии «Маршал Розенталь», чемпионат Манхэттенского клуба 1909-10 года. Здесь маршал имел простой выигрыш, если бы пошел ладьей на поле c7 с объявлением шаха черному королю. Но он сыграл пешкой f6 и дал черным шанс на ничью. К счастью для белых, Розенталь не нашел правильного продолжения и проиграл. Рассмотрим, однако, путь к ничьей. Итак, первый ход белых на f6. Черные отвечают ходом ладьей на d6. Она угрожает пешке белых, которая может пройти в ферзи. Теперь у белых два продолжения. Рассмотрим первый вариант. Белые ходят пешкой на f7, уходя от угрозы. Тогда черные делают ход ладьей на поле d8, собираясь здесь дожидаться пешку. Тогда белые идут ладьей на поле h5 и угрожают черному королю, который уходит на поле c4. И белым, в конце концов, придется отдавать ладью за пешку. Другие ответы черных на втором ходу ведут к их поражению. Давайте посмотрим такой вариант. Вернем фигуру на место. Вместо хода на d8 ладья пойдет на g6 и будет угрожать белому королю. Он уходит на f3. Ладья движется за ним и объявляет шах с поля f6. Король отходит дальше на e3. Если теперь черные перестанут преследовать белого короля ладьей, а попробуют пойти пешкой на поле b3, то белые ладьей нападут на черного короля, и его вынужденное отступление повлечет проигрыш черных. Смотрите, если король пойдет на шестую горизонталь, то белая ладья встанет на поле h6. И черная ладья вынуждена будет бить ее, поскольку сделать какой-то другой ход и открыть своего короля под удар она не может по правилам игры. А это значит, что следующий ход превратит пешку белых, которую караулила ладья, в ферзя. Посмотрим, что получится, если черный король попробует уйти не на шестую, а на четвертую горизонталь. Вернем фигуры на место. Король делает ход на c4. Белая ладья идет за ним на h4 и угрожает. Король делает любой доступный ему ход, например, возвращается назад. А белая ладья встает на поле f4, и теперь черная ладья должна либо побить ее, но тогда и она сама будет бита белым королем, либо отойти в сторону, а в это время пешка превратится в ферзя. Итак, мы убедились, что продвижение черных пешкой b к полю превращения ведет их к проигрышу. Вернемся к основному варианту и сделаем четвертый ответный ход черных. Черная ладья продолжает преследовать белого короля и делает ход на поле e6. Белый король идет на поле d3. А далее ответный ход черных и следующий ход белых могут быть любые на выбор. Либо ладья продолжает преследовать белого короля и объявляет очередной шах с поля d6, после чего белый король уходит на поле e4, и после чего черная ладья должна вернуться к белой пешке. Или по-другому, поставим фигуру на место, черная ладья сразу возвращается на поле f6. Теперь белые делают ход ладьей на поле h5 и объявляют шах черному королю. И независимо от того, какой ход сделает последний, ладья идет на поле h6, и мы видим ситуацию, уже разобранную нами. Белые выигрывают. Обратите внимание, знак «волнистая черта» в нотации означает в данном случае любой допустимый ход черного короля. И мы обещали разобрать все варианты ответов черных на втором ходу.
Теперь ладья делает ход на f6 и контролирует белую пешку, готовую стать ферзем. Белая ладья делает ход на g7. А дальше возможно, что черные сделают ход пешкой на b3, и тогда белая ладья встанет на g3, угрожая пешке черных. В это время черная ладья бьет пешку a7, а белая, в свою очередь, бьет пешку b3. Произошел размен проходных пешек. Но белая ладья может не гнаться за черной пешкой, а встать напротив черного короля, объявив ему шах. А когда он уйдет на шестую или четвертую горизонталь, действовать по схеме, описанной ранее. И тогда белые теряют ладью, но приобретают ферзя. Давайте вернем фигуры на место и посмотрим такой ответный ход черных. Король на поле c4. Белые выдвигают пешку h на поле h4, а черные пытаются свою пешку b приблизить к полю превращения. На это отвечает белая ладья ходом на g4 и угрожает черному королю. Черный король уходит от шаха. Он может сделать любой допустимый ход. Для развития ситуации это не имеет значения. А дальше ладья белых встает на поле g3. И смотря по обстоятельствам, то есть в зависимости от того, как пошел черный король, но так или иначе белые выигрывают в соответствии с пояснениями, которые мы давали немного выше. Мы закончили рассмотрение различных вариантов ответов на втором ходу черных. Но мы обращали внимание на то, что и у белых было два варианта второго хода. Теперь очередь второго. Белые вместо хода пешки на А7 делают ход ладьей на С7 и угрожают черному королю. Он уходит на поле D4. Белая пешка F6 находится сейчас под боем черной ладьи, и она делает ход на поле F7. Ей остается один шаг до поля превращения. Тогда черная ладья стала на поле G6 и оттуда угрожает белому королю. И белые вынуждены срочно уводить своего короля с линии удара. Он делает ход на F1. Черная ладья встает за белой пешкой на поле F6. Та теперь не может превратиться в ферзя, так как ладья тотчас же собьет ее. А бить сейчас пешку ладья не может, так как та находится под защитой своей ладьи C7. Теперь белая ладья делает ход на B7. Она продолжает охранять пешку, но и примеривается к проходной пешке B черных, которая осталась без защиты. Но черный король немедленно возвращается к своей пешке и встает на поле C3. Белым придется отдать ладью за пешку или форсировать ничью посредством вечного шаха.